Ну а если тебе нравится смотреть видосики на Ютубе, тогда успей поставить лайк за 3 секунды и считаю. Раз, два, три. Привет, ребята, меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем с вами в крутую игрушку под названием Merge Monster Army. Ну и давайте будем тогда начинать. Start fight, начать сражение. И, ребятки, посмотрите, мне кажется, что у нас немножечко неравные силы. Эй, у него на одного паренька больше, на лучника. Ребят, первая миссия, и мы с вами сразу проигрываем, представляете? Ну, я думаю, что, в принципе, по игре было так запланировано. Окей, теперь давайте мы нажмем вот сюда вот, и у нас, ребятушки, тоже появляется лучник. Также перетаскиваем нашего пехотинца наперед и тоже нажимаем, ребятки, начать сражение. Вот теперь мы с вами должны, по идее, одержать победу. Да, действительно, ребят, это наша вот первая победа, и мы заработали 40 монеток. Давайте мы тогда купим с вами еще одного паренька, и игрушка предлагает нам их совместить, ребят. И у нас получается вот такая вот новая эволюция, точнее, новый монстр. Ну, прикольно, ребят, он стал однозначно сильнее. Так, ну чё, один паренек против этих вот двоих, и у нас, в принципе, одинаковые лучники. Так, а ну-ка, ребятушки, отличненько, отдубасили мы наших противников и заработали, ой-ой-ой, 230 монет. Как же хорошо. Ой, ну только сейчас уже очень все дорогое. Так, ну посмотрите, пехотинца мы нашего прокачали, давайте мы прокачаем еще и лучника. Так, объединяем их, и у нас получился вот такой вот, ребятки, эйлиен, да? Инопланетянин. Давайте мы его вот сюда вот поставим и начинаем наше сражение. Ребят, не знаю, или мы здесь выиграем. А ну-ну-ну-ну-ну. Один лучник против двоих лучников и... Да, ребят, это было очень сложно, но мы все-таки с вами одержали победу. Я прям чувствую, что скоро нам придется, ребятки, смотреть рекламы. Так, хорошо, давайте мы тогда купим таких вот два паренька. Объединяем мы тогда их, ребятушки, в этого паренька. И объединяем еще вот такого вот парнишу. Это у нас Демоджоргон. Я не знаю, наверное, надеюсь, что я правильно это все произнес. И нажимаем на fight. Ну-ка, ребят, хватит у нас Демоджоргона справиться с этими двумя монстрами. Да, действительно, ребят, я думаю, что хватило. Конечно, даже у нас, в принципе, вся армия выжила, и мы заработали еще 1000 монет. Так, ну что, давайте мы тогда прокачаем лучника. Ну, точнее, не прокачаем, а купим себе лучника. И, в принципе, пока что, ребят, это все, что мы можем себе позволить. Чувствую, что скоро нам придется с вами смотреть рекламу, чтобы побеждать. Да, действительно, ребят, это наше первое поражение. Я предлагаю посмотреть рекламу, чтобы заработать кучу денег и выиграть в этом раунде. И вы только посмотрите, сколько у нас денежек. Давайте-ка будем мы, ребяточки, тогда покупать немножечко наших новеньких бойцов. И вот наш новый Слендермен. Я думаю, что, в принципе, этой силы, ребят, должно хватить, чтобы расправиться со всеми этими нашими противниками. Давайте посмотрим. Действительно, ребятки, да, ребят, этой силы хватило, но прям, знаете, впритык. Если бы еще один удар по мне нанесли, мы бы тогда бы с вами проиграли. Так, ну хорошо, давайте мы тогда купим себе еще два бойца. Вот таких вот. А может быть, давайте еще два купим вот таких вот бойца. И пока что их совмещать не будем, да? Давайте вот пока что вот так вот сразимся. 3 на 3. И притом у нас здесь еще имеется лучник, который помогает нам добивать этих вот противников. Здорово, ребят. Очень здорово. Смотрите, один раз всего-то нам всю рекламу посмотрели. И вот сражаемся со всеми монстрами. Со всеми подряд. Так, давайте-ка мы еще два лучника с вами купим. Вот сюда вот их поставим. Это у нас будет, знаете, такая вот, как говорится, поддержка лучников. Так, их уже здесь двое. Ну-ка, ребят. Наверное, что скоро нам придется снова смотреть рекламу. Но не в этот раз, да. Это уже будет в следующий, ребятки, раз. А пока что мы справляемся со всем. Так, и еще одного лучника вот сюда. Вот. Ой, ребят, мы сейчас с Хаги-Ваги будем сражаться. Ничего себе. Ну, давай, посмотрим, кто кого. У нас три лучника и три пехоты. Так, ребят, мы должны сейчас выиграть. Я прям уверен. Отлично. И мы заработали целую кучу баблишка, ребят. Очень много. Представляете, чтобы мы каждый раз смотрели рекламу, то у нас вообще было бы очень много уже бойцов. Так, отлично, давайте мы еще этих вот объединим, и у нас будет мега мощный лучник, ребят, сиреноголовый, Siren Head. Круто. Ну и давайте уже мы вот этих вот пареньков тоже объединим, ребятки. Смотрите, какой у нас монстр. Это у нас Поппи, ребят. У нас сиреноголовый и Поппи против такой вот толпы монстров. Ё-моё, ну надеюсь, что мы, ребят, здесь выиграем, потому что, как ни крути, наши бойцы, они намного прокачаннее.
И да, действительно, у нас только немножечко здоровье забралось у нашего этого Хаги-Ваги и все, ну точнее Поппи. Так, давайте-ка мы, наверное, еще одного лучника себе купим, такая вот будет небольшая поддержка. И сразимся в 10 уровне. Но я думаю, что мы сейчас тоже должны, в принципе, ребят, выиграть. Как ни крути, все-таки у нас тут сиреноголовый еще имеется, да? Очень мощный паренек. Так, и сколько тут у нас денежек? У нас денежек хватает для того, чтобы купить себе еще одного пехотинца. Ну ладно, два пехотинца и два лучника против вот такого вот монстра. Ну-ка, ребят, посмотрим, хватит нам на все на это сил. Я думаю, что, в принципе, да, ребят, должно хватить, в принципе. Давай, бейте его. И да, ребят, он не успел к нам подбежать. Мы с ним разобрались. Но вот чувствую, что сейчас, ребятки, мы проиграем. И нам придется, скорее всего, ребят, смотреть рекламу, чтобы заработать себе больше денежек. Да, да, ребят, мы тут проиграли еще, и смотрите-ка. А хотя, стоп, нет, мы выиграли, ребят. Мы выиграли, но я все равно предлагаю посмотреть рекламу. Друзья, у нас на балансе больше, чем 400 тысяч монет. Ну, давайте мы будем тогда покупать новых монстричков. И кого мы еще купим? Ну, давайте мы купим еще одного бойца и посмотрим. Может быть, этих сил, ребят, хватит. Но все-таки, чтобы одержать победу на этот раз. И я думаю, что, в принципе, да, ребят, этих сил предостаточно. Мы просто подкупили два бойца. И все, представляете? Всего-то навсего два бойца. Так, давайте-ка мы сейчас подкупим еще одного пехотинца и бросим его, ребятушки, наперед. Он, конечно, с первого раза, ребятки, проиграл. Он на себя принял буквально такой вот первый удар. И, ёшкин кот, мы, наверное, что проиграли, да. Ну как, не наверное, мы реально проиграли. Ну, давайте мы пока рекламу смотреть не будем. Давайте мы купим еще одного вот такого вот бойца, пехотинца. Этих вот мы соединим. А также мы купим, ребятки, себе еще одного лучника. Все, посмотрим. Если этих сил нам не хватит, то тогда мы будем, ребятушки, с вами снова смотреть рекламу. Да, действительно, этих сил снова нам... А нет, стоп, этих сил нам, ребятушки, хватило. И мы одержали победу. Круто. Вау, только посмотрите, что это за монстр. Ну, давайте мы тогда купим себе еще одного лучника. И вот этих вот мы объединим и посмотрим. Может быть, этих сил, ребят, будет предостаточно для того, чтобы уничтожить этого монстра. Нет, ребят, этих сил будет, к сожалению, недостаточно. Он просто с первого раза, в принципе, уничтожает всех наших бойцов. Мне пришлось посмотреть видосик, ребятки, и давайте мы, наверное, качнем все-таки лучников. Давайте купим вот на все деньги лучников. Ну, пока, по крайней мере, на 2 миллиона. Мы сейчас вот этих вот объединим, и у нас получается вот такой вот парниша, ребят. Это какой-то Scary Crow. Ну, посмотрим, или хватит нашего Scary Crow для того, чтобы уничтожить этого монстричка. А ну-ка, не-не-не, ребят, наверное, что все-таки не хватит, нет. Нам нужно, наверное, не только лучников прокачивать, но и, в принципе, пехоту также нужно прокачать. Ну ладно, сейчас смотреть ролик я, в принципе, не буду. Остальные деньги мы потратим с вами, ребят, на пехоту, на вот этих вот пехотинцев наших. Так, отличненько. Отлично, и тоже у нас получился новый монстр, это у нас Lizard какой-то, ничего себе. Lizard, если я не ошибаюсь, переводится как ящерица. Ну что ж, посмотрим, ребят, я думаю, что сейчас у нас однозначно должно хватить сил, чтобы разобраться с этим монстром. А ну-ка, ну что, давай, подходи ко мне сюда, и я тебя, наверное, сейчас все-таки уничтожу. Ёшкин кот, ребят, мы снова проиграли. Второй раз подряд. Да как же так, блин? Ох, ладно, давайте-ка мы прокачаем, ну, точнее, купим себе еще таких вот два бойца. Вот, ребят, вот сейчас у нас, по идее, должно хватить сил, чтобы разобраться с этим монстром. Да-да-да, я прям уверен, что нам должно их хватить. Так, он, этот монстр ко мне подходит, и, в принципе, да, мы его добиваем вот таким вот образом. Фу, это, ребятушки, было очень сложно, но мы с вами, в принципе, справились. Так, и давайте-ка мы прокачаем себе, ну, точнее, купим еще одного пехотинца. И этой силы, в принципе, должно, ребятушки, хватить нам, чтобы раскидать всех этих вот пареньков. Просто бой с боссом — это самый сложный бой. И видите, ребят, грубо говоря, следующий уровень, он был, ну, в разы легче, мы его прошли, чем предыдущий. Так, давайте мы купим еще одного бойца. Так, этих мы тоже объединим и снова отправляемся, ребятки, в бой. Кстати, если вам эта игрушечка понравилась, и если вы хотите вторую часть, просто напишите об этом в комментариях, и я обязательно, ребятки, в нее сыграю. Ну, а пока что на этом свой ролик, ребятушки, я буду заканчивать. Вы обязательно подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Алексис. Я желаю вам всем удачи и пока!